Привет, дорогой друг, ты смотришь дневник школы актива деревни Универсиады, Ельчик 2017. С тобой, как всегда, мы, Роман Полинсков и Александр Фирсов. Сегодня пятый день нашей смены, сегодня завершающий день. Что можно по нему сказать? На самом деле, я так понимаю, что сегодня стоит ждать какого-то очень прям крутого гала-концерта, всех выборку всех самых лучших номеров, которые, я думаю, вам, дорогие зрители, очень-очень понравятся. Ну что ж, начнем смотреть. Финальный день стартовал. Финальный день для нас стартовал с товарищеского матча по волейболу между командами кураторов и адской кухни. Говорят, игра была довольно жесткая. Что именно там было, узнаешь в репортаже Александра Фирсова. Седьмого июля на спортивной площадке учебно-оздоровительного центра «Яльчик» состоялась серия товарищеских матчей по волейболу. Наиболее интересным выглядело противостояние между командой кураторов и сборной пятого легиона «Адская кухня». Игра шла с переменным успехом, однако уже к середине стало понятно, что удача более благосклонна к дьяволам. Закономерным итогом матча стало поражение кураторов, со счетом озвучивать который не хотелось бы, дабы их не обидеть. Ну что, во-первых, расскажи, пожалуйста, каково это играть со своим, можно сказать, руководителем, со своими кураторами? Как впечатление? Страшно. Больно, рука болит. Тем более я знаю, что у них там есть профессионалы из Казахстана, сборная по кёрлингу и по волейболу совместно. А вообще, какие впечатления у тебя от игры? Эмоции свои, поделись. Я спокойна пока что. Это только первая игра. Но надеюсь, что дальше пойдет все точно так же, как сейчас. Что, надеюсь, рука у меня заживет до этого момента. Но я рада, что мы победили. Сколько у вас еще игр впереди? Сколько-то? Пока не победим. Александр Фирсов, Роман Полинсков. Неделя спорта. После волейбола по полной началась подготовка к вечернему мероприятию. Мы решили пока не мешать ребятам штурмиться и отправились на кухню, где наши горячо любимые повара рассказали нам о своей миссии в Яльчике. Ну, ребята очень хорошие, веселые, ласковые, нежные. Что можешь про них сказать? Веселые. Самое главное. А чем обычно кормите? Обычно? Да. Обычно на завтрак каша, йогурт, кофе, булочка с маслом или с колбасой. Так. На дальше. Обед? На обед первое, второе, компот. И на ужин? И на ужин. Так, на ужин у нас будет ассортимент очень большой. Сегодня, например, плов, чай, так, бекен с капустой. Апельсин, сок. Ну, нормальное такое меню. Да. Приезжайте обязательно в Яльчик, если хотите это попробовать. Да, приезжайте, мы вас всех ждем. Да, вот скажите, будем, пожалуйста, я так понимаю, вот такие форс-мажорные ситуации бывают, когда вам приходится готовить на мангале? Нет, в этом году был первый раз. За пять лет. Первый раз. Первый раз. И каково это вот впервые готовить для 100 человек, если не ошибаюсь, на мангале? Тяжело, конечно. Особенно, когда идет дождь. Но мы старались, чтобы вас не оставить голодными. Ну, чувствовалось какое-то облегчение, там, радость за себя, то, что вот мы смогли с моей командой. Конечно, конечно. Несмотря на то, что нам было тяжело, но мы справились. Мы не оставили вас голодными. Не может не радовать, что хотя бы к четвертому дню смены ребята отучились бояться камеры и уже сами бежали к нам давать интервью. А привет, расскажи, пожалуйста, чем вы будете нас сегодня удивлять, что будете показывать? О, сегодня будет вообще супер, у нас клевый танец, вы его потом увидите. Также мы сделаем мини-сюрпризик в виде рыбачка. Угу, рыбачок. Окей, я тебя понял. А скажи, пожалуйста, как ты считаешь, пройдет ли это редактуру? Конечно, пройдет. Это ж мы. Нет, не понравился ответ, да? Нет, нормально. Когда мы решили, что на сегодня интервью достаточно, сложили оборудование, пошли готовиться к вечеру, как около нашего штаба активно репетировал третий легион. Ребята, расскажите, пожалуйста, почему выбор пал именно на танго? Потому что это единственная песня, которая есть у нас в репертуаре. Ну, может, ты скажешь, что это танец страсти, танец любви? Да, это танец страсти, танец любви. Ну, это тоже, мы очень танцевать, очень сенсуально, мы очень как показать. Да, это будет классно, поэтому мы выбрали этот танец. Хорошо, контрольный вопрос, который мы задаем уже всем. Как вам в целом смена? В принципе, все очень понравилось. Только с погодой не очень повезло, да, вот эти последние два дня. Я думаю, если бы было бы солнечно, мы бы выполнили всю программу, которая была запланирована. Но так, всех люблю, всех целую, все очень круто. Ну что, камера заряжена, на камерный свет не очень, но это такой спойлер на будущее. Все ребята готовы, а это значит, что вечерний концерт начался. Чем же данное мероприятие отличалось от других? Здесь мы впервые смогли увидеть смешные миниатюры. Как разобраться в неразберихе и как выпутаться из путаницы.
Правдивая ложь или ложная правда? Идеальную синхронизацию двух девушек-близняшек. И Романа, который вдруг решил поверить в Бога. Аллилуйя, братья и сестры, аллилуйя. Славьтесь, люди, 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 которые раскрылись в ящике, славьтесь. Аллилуйя, аллилуйя, те, кто раскрылся в ящике, аллилуйя. Аллилуйя, друзья, теперь давайте поверим в Бога монтажа, чтобы прямо сейчас пошел видеоряд с этого масштабнейшего мероприятия. Аллилуйя. Мы здесь собрались не просто так, ребята, активные студенты, парни, девчата, улыбки и смех на каждом шагу. Все на позитиве, слава КФУ. Каждый из нас победе уверен. Любую преграду мы преодолеем. Командой большой мы к цели идем. И вместе сегодня друг другу споем. КФУ the best, наш манифест. Номер один, гордимся им. КФУ the best, наш манифест. Номер один, гордимся им. Ну а самым финальным аккордом смены стала общая свечка и массовые обнимашки. Ручки, ручки. Ну что ж, на этом финальный день смены подошел к концу. Большое спасибо организаторам, большое спасибо участникам, большое спасибо вам, зрителям, то, что вы посмотрели данный выпуск. Для вас его вели Роман Полинсков и Александр Фирсов. Увидимся уже в новом телевизионном сезоне на телеканале Универ ТВ. Пока-пока!